Это у меня новый вид палочников. Это самец. Он вообще, конечно, крылатый. Летает. Это вот самка. Птерулина. Вообще, простой вид. Все замечательно. Прекрасно растет, ест. Питался он у меня зимой. Сухие веники, березы и малина мороженое. Вот. Ну, сейчас все, уже у нас весна, май. Пошла малинка уже обычная. Вот. Также березу ставлю и малину. Вот. Но единственный недостаток, вот, отбрасывают лапки. Меня предупредили, я их вообще не трогала, ну, потому что, как бы, это у меня вот пар единственная, поэтому над ним туда даже не лазила, и все равно тот он умудрился, ну, видно, кто-то его задел, все равно отбросить лапки. Вот. Я, как бы, даже поэтому толком фотографии с ними сделать нормально не могу, потому что куда-то их пересадить очень прям побаиваюсь. Когда уж у меня их много будет, может быть, посмелее буду. Вот. Ну, в общем, такой интересный вид. Они прям такие тонкие-тонкие. У них прям лапки как лески. Ну, в общем, прикольные. Ладонь моя вот. Вот. Сантиметров. Сантиметров 10. Ну, с лапками, если они вытягивают, конечно, они большие. Здесь вот самка. Ну, вот если вот тот раз я его когда доставал, он у меня взлетел. Летает прям вообще на такие большие расстояния. Ну, в общем, очень интересная. Птерулина. Вот. По правде, у нее крылья такие полосатые. Но вот я увеличиваю, к сожалению, вот не передает цвет. Ну, в общем, резкость у меня слабенький, наверное, телефончик. Вот, ну, в общем, такая прелесть красивая. В общем, наслаждаюсь. Так что, если тоже любите палочников, пожалуйста, птерулина вам понравится. Очень интересный вид.